Добрый день всем. У меня трагические такие новости. Улетел квадрик и не вернулся. Так вот, хотел сегодня порадовать. Прям, блин, старался с квадрокоптера видосик снять. Остался пульт. Вообще ничего. Ну ладно, температура воздуха, моря будет после этого видеосюжета. Сорян, друзья, не хотел летать. Вроде ветер прекратился, думал, все будет нормально. Просто связь пропала. И все. 200 метров от меня, 200 метров, 100 метров до моря и 100 метров от берега. И ни по GPS не вернулся, ничего. В общем, как-то так, грустно. Так, детки счастьем бегут в море по колено. Это как Макс Корж, волны по колено поет. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, я сам буду держать. Всем привет! Мы из города Нижнеудинска, Иркутская область. Меня зовут Олеся. Вадим и Ксюша. Хотим передать привет. Папа, поближе обними свою семью только. Давай, передавай. Кому хотим передать привет всему Нижнеудинску, нашим родным и близким, семье Васильевым. Большой привет. И родителям. Все? И всем нашим друзьям, сестренке в Красноярске с Зубком. Красавица. И всем моим друзьям-школьникам, и моей учительнице Елене Цезаревой. Отлично. Благодарю. Хорошего отдыха, ребята. Спасибо огромное, что пришли на фотосессию. Надеюсь, фотография вас порадует. Да. Все, благодарю. Я пошел в море замерять температурку. Так, до свидания. И мы с вами сегодня на пляжике Кавказ будем замерять температуру воды. Надеюсь, все то, что я хотел сделать, у меня получилось, и вы после небольшого полета смотрите вот эти уже кадры. Они просто отснимаются раньше, чтобы второй раз не возвращаться на пляж. 32,2 температура воздуха возле моря. Мы опускаем градусник в водичку, и сейчас будем наблюдать, как купаются детки. Ну, водоросли есть. То есть немножко есть, немножко нет. Чистое море есть всегда и везде. Главное искать. И находите его. Я вам желаю, чтобы вы всегда находили чистое, красивое море. Наливайте ваши любимые напиточки. 3 минуты релакса. Thank you.
Вот такая вот красота. Ну, я вас благодарю за просмотр. Спасибо, что глянули этот видеосюжет. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайки. Если бы было побольше времени свободного на компьютере, я постарался бы, конечно, каждый раз и побольше делать таких вот. Именно для этого на MacBook собирается денежка. Спасибо, что были со мной. С вами был сегодня Юрий Азаровский. Хорошего всем настроения и побольше позитива в вашей жизни. Всем пока-пока. Не забывайте комментарий, лайк также. Мы занимаемся для вас, точнее, мы занимаемся тем, что помогаем вас расселить, чтобы было без проблем, и подобрать хорошее жилье. Обращайтесь, телефон Светланы под видеосюжетом, также джипинг, дайвинг, конные прогулки и квадроциклы. Ну, а я приглашаю вас на фотосессии. Всем пока-пока.